Короче, ребят, я пока занят, поэтому сторис не будет ближайших 5-6 часов. Как освобожусь, обязательно запилю сторис для вас, так что ждите, друзья. Бог дал сына, все прошло успешно, удачно, Дана молодец, чувствует себя отлично, сынок тоже в порядке, ребят, спасибо всем, кто переживал за нас. Слава Богу. Ребятки, я родила сама. Спасибо всем, кто за нас переживал. Как я приду в себя, я вам все обязательно расскажу. Родила я сама.